41-летняя певица порадовала поклонников горячим фото. Ани Лорак предстала в соблазнительном и эффектном наряде. Поп-дива обнародовала редкий пикантный кадр. Каролина, настоящее имя певицы, предстала в купальнике, богато расшитом камнями и стразами. Бедра звезды обвела прозрачная ткань. Ани Лорак сделали яркий макияж с акцентом на глаза. Ее темные локоны уложили в красивую прическу. На них водрузили причудливый головной убор с двумя подобиями рогов, который также был щедро украшен камнями. Еще одним ярким акцентом роскошного образа Ани Лорак стало массивное колье из крупных камней. В ушах звезды блестели живописные серьги-люстры. Образ Каролины завершили несколько браслетов. В этом аутфите исполнительница хита «Мы нарушаем» напомнила утонченную греческую богиню или знойную восточную красавицу. Пикантный наряд позволил Ани Лорак продемонстрировать отличную фигуру и плоский животик с рельефом на прессе. В повседневной жизни певица предпочитает стиль casual. Она носит бесформенные толстовки, джинсы и кроссовки. А вот на сцене звезда должна выглядеть великолепно. Ани Лорак часто выбирает элегантные вечерние платья для выступлений и светских выходов. В своем шоу «Дива» она нередко примеряет откровенные наряды. В одном из номеров певица вышла на сцену в фиолетовых трусиках с высокой посадкой и микротопе в том же цвете. Среди концертных нарядов звезды есть множество крошечных соблазнительных платьев и костюмов. Однако этот образ в блестящем купальнике явно претендует на то, чтобы стать фаворитом, особенно у мужской части поклонников поп-дивы. Ани Лорак считает себя сильной женщиной, которая не терпит измен. Певица произвела фурор в мини-платье и ботфортах. Звезда очаровала поклонников в полупрозрачном платье невесты.